Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Снова продолжаем наше путешествие Владивосток-Питер. Остановились мы, собственно, вот здесь. Город Питер. Санкт-Петербург, Питер. В общем, продолжаем дальше осматривать достопримечательности. Всем приятного просмотра. Поехали! Не забываем также про тайм-коды, про плейлист на канале. В общем, все как обычно. Ух, какие красивые деревья, блин. Как красиво это сделано. Вот здесь, смотрите как. Да. Прям очень-очень красиво. В общем, сегодня продолжим изучать город, смотреть. Сейчас будем в основном центральную часть и уже перейдем на противоположный берег реки Невы. Ну, а там как получится. Там посмотрим, там будет видно. В общем, спасибо всем еще раз, кто подписался на канал. Вот. Там, кстати, писали комментарии по поводу... Мне вот написали, типа, мужик, иди лучше работай. Нет, как, ищи, найди себе работу. Вот. Я не знаю, этот комментарий, как его воспринимать, как шутку, или это, как, даже не знаю. Вот. Не, просто как бы, если кто-то, может быть, думает, что вот это вот я снимаю, и как бы, типа, хочу на этом как-то денег заработать. Блин, друзья, ну, блин, на этом денег заработать. Если бы я хотел денег на этом заработать, я бы явно бы не снимал просто вот так вот его. Так, блин, подождите секундочку, нам бы не заблудиться. Так, сейчас мы вот здесь вот повернем. Давайте чуть-чуть еще вперед проедем. Вот. Вот здесь вот. В принципе, если бы я хотел бы заработать денег, вот, ну, я бы явно здесь бы не снимал ничего. Так, мы, наверное, едем там, где мы уже ехали до этого. Ну, ладно, сейчас мы доедем до поворота, повернем и уже чуть-чуть сменим направление. Вот это явно не для заработка денег, как бы, как многие могли подумать, там что-то, это, я вас уверяю, и работа у меня есть, нормальная работа. А это чисто как хобби. Это просто как хобби. Посмотреть, немножко поизучать мир. Ну, начнем, как правило, лучше начинать его изучать с той стороны, где ты проживаешь. С тех городов. Ну, не городов, а с той стороны. Хотя бы с этого начать. Ну, а дальше уже потом можно будет и более подробно и мир изучить. Вот, даже хотя бы вот по таким картам, да, не везде такие карты есть. По-моему, в некоторых городах, в некоторых странах нету таких карт. Но все равно где-то есть, где-то карта проходит. Можно что-то посмотреть. Еще очень-очень много можно всего увидеть. Так, тут такие краны, строительство идет, куча всего строится. А поэтому кто, если думает, что я как бы безработный, нет, друзья, у меня работа есть. Это просто хобби. Это просто хобби. Так, вот сюда поехали. Так, как бы нам тут удобнее быть, удобнее посмотреть. Давайте вот так пока сейчас посмотрим, изучим вот эту часть и потом посмотрим, как удобнее будет проехать. Вот. Ну а так, спасибо, конечно, за комментарии. Спасибо, что кто-то пишет, подписывается. Ну, в общем, да. Собственно, что хочу сказать. Так, серии таких жилых комплексов продолжается. Ну, тут хотя бы не высотное строительство, как мы там видели, помните?
35 этажей, да, в Москве это, конечно, прям вообще редко, там, ну, как, не редкость, а наоборот, обыденность, как бы, да, там строят и выше, вот. Да и в Питере тоже, как бы, но все равно для, скажем так, обычного простого обывателя, вроде меня, да, кто не из таких вот городов, как Москва и Питер. Вот. Конечно, это немного удивляет. Но так в целом-то все нормально. Как бы вполне. Естественно, население растет в таких городах. Места тоже достаточно дорогие. Вот. Поэтому, кто ухватил себе возможность, получил возможность вот это вот все. Давайте-ка сюда повернем, посмотрим. И получил возможность построить себе дом. Естественно, он будет по максимуму выжимать все. Все, что только можно. Вот, например, вот такие вот домики, которые, ну, уже, так сказать, немножко отживают свой век. Так, вот это опять выскакивает мне, не нужна она. Вот, то есть, естественно, многие хотят вот это все снести и построить на этом месте дом. Ну, не трехэтажный, конечно же, а там 30-35-этажный. На худой конец этажей 20-25. Ну, по максимуму. Вроде бы ты как бы покупаешь вот эту вот землю. Вот эту вот, да. Но опять же, ты обязан дать людям квартиры здесь, если ты ее покупаешь. Ну, как бы логично. И, естественно, тут сколько в таком доме квартир? Ну, скажем так, не очень много. Так, это что у нас такое? Какой-то домик или что-то разрушенное. То есть ты даешь людям квартиры, и в то же время ты хочешь себе по максимуму заработать что-то. Так. А туда мы не проедем. Угу. Какая жемчужина? Ну, какие-то опять вот торговые центры. Жемчужная плаза. Это все. Мы тут проезжали где-то, по-моему, вот так вот уже. Ну, теперь уже едем в эту сторону. Снова вот такие вот дома, человейники вокруг. Вот так все вокруг. Да, Санкт-Петербург. Так, сейчас мы уже подъезжаем, сейчас переедем в другую часть. Так, нам бы тут немножко не заблудиться бы. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, увидим. Вот тут повернем. Офис продаж, легенда.
Так, много тут всего. Вот что это, какая-то то ли стелла. Непонятно. Ну ладно. В общем, вот так вот. Это была Дудерговский кан. Дудерговский кан. Вот это вот то, что мы проезжали. Так. Да, понятно, что все, конечно же, не посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тоже такой высотный дом. Ну да, целый микрорайон. Целый жилой микрорайон. Здесь у нас. Так, немножко давайте вот сюда проедем. Тоже очередные торговые центры, которых очень много здесь. Они везде практически тут встречаются. Так. Так, ну, наверное, надо еще чуть-чуть, мне кажется, проехать. Да. Можно, конечно, сюда повернуть, посмотреть. Вот эту вот часть. Ломбард, вот он. Все как обычно. Да, город, конечно, очень большой, но неудивительно, все-таки это Питер. Да, не Москва, опять же, повторюсь. Ну, если Москву не брать в расчет, вот просто Москву, если не брать в расчет, это Москва, то это самый такой, скажем, населенный город в России после Москвы. Опять же, Москва это как бы отдельная история с ней там. Вот, блин, сколько мы уже проехали, сколько мы уже посмотрели всего различного, уже даже и не все не вспомнишь. Я имею в виду не только в этой серии, да? Ну и, соответственно,
Имею в виду серию, которую... Имею в виду серию, которую... Прошлое путешествие наше. Которое, когда мы ехали до Магадана. С Москвы до Магадана. Вот. Вот такой вот город. Вот такой вот Питер. Да, когда мы начинали, понятно, мы так Москву-то не смотрели, мы проложили маршрут и поехали. Вот. Потом, наконец-то, уже когда мы доехали до Якутии, я уже понял, что не нужно прокладывать маршрут, потому что он тебя в объезд везет, и ты не попадаешь по городам никуда. И все-таки я после этого решил ехать самостоятельно. Вот, окей. Гипермаркеты. Блин, опять летит вертолет вот этот вот. Вот. Ну ладно, что поделаешь, тут уже летит и летит, ничего не сделаешь. Так, мы правильно едем-то? Вроде бы. Вроде бы правильно. Так. Сейчас посмотрим здесь, что у нас. Вот такие опять вот гармошки, длинные автобусы. Вот так. Да блин, чё он все время кидает меня под мост? Так и хочет меня под мост кинуть. Товарные поезда. Такие цистерны. Сплошные цистерны. Да что ты меня туда кидаешь? Не хочу я туда. Давай меня наверх обратно запихивай. Блин. Вот упрямый. Вот. Давай сюда. Во, едь. Да, ну душно по-прежнему. Дома по-прежнему душно. Так. Вот такой необычный дом. Вот такой вот. И вот здесь такой же. Такие прям уже исторические дома пошли. Сталинки. Сталинской эпохи. Дома сталинской постройки. А может быть даже еще и раньше. Ну, опять же повторюсь, чем ближе к центру, тем больше будет вот таких вот именно домов. А спальные микрорайоны крупные, это больше на окраине такие строятся. Здесь именно вот такие вот домики. Да. Здесь более вот больше вот такие домики. Так. Да. Вот такие. Блин, вот это что? Эта фигня появилась здесь у меня. Так.
как бы нам. Ну давайте, наверное, вот сюда, вот сейчас мы развернемся, и там потом уже выйдем на следующем повороте. Ух, чуть в трамвай не врезались. Да. Сейчас, одну минуточку, пожалуйста. Буквально секунду. Я сейчас вернусь. Так, ну что, возвращаемся. Большая пауза была. Вот. И продолжаем дальше. Блин, немножко меня сбил. Так, подождите, что ты будешь делать? Давайте еще раз вот так и закрыть. Да, вот. Только не сюда, а вот в эту сторону, в обратную. Душно. Очень душно. А когда воды попьешь, еще сильнее жар кидает. Так, ладно, едем дальше. Вроде бы мы правильно едем, в правильном направлении. Вокруг вот так вот все. Интересно все-таки, интересно посмотреть. Ну, не всем может быть интересно, конечно. Ну, кому интересно, тот, естественно, посмотрит. Кому не интересно, ну, тоже посмотрит. Если им, потому что в любом случае, как ему может быть неинтересно, если он не видит. Так, тут здание вообще зашили полностью. Не знаю, что тут будет, реконструкция какая. В общем, вот так вот. Полностью здание закрыто. Тоже все равно посмотрит тот, кому не интересно. Так. Обводной канал. Угу. А мне нужно попасть вот на эту сторону. Так. Сейчас вот тут немножко поездим. Опять такой вот обшарпанный дом, но это тоже все. Это я не знаю, что такое. На него повесили вот это вот, чтобы
более-менее смотрелось. А тут-то все. Да, чиновники часто хотят спрятать от нас вот такие вот. Блин. Белорусский трикотаж от Илье. Такие, знаете, цокольные этажи. Подвальные. Вот полноценный первый этаж, а это подвал, наверное. Вот еще одно такое вот здание. Вот, вон оно. Ну, блин, неужели вот это нельзя? Вот это нельзя сделать нормально. Но ведь все-таки культурная столица. Почему нельзя вот это вот все нормально сделать? Ну, о чем мы говорим? Если даже здесь, в Питере. Да, конечно, это не Москва, кто скажет. Не сравнивай. Да я и не сравниваю. Москва, это я вообще Москву не беру. Это отдельный разговор. Но вот все-таки взять Питер, такой все-таки город федерального значения, как бы бывшая столица. Да и сейчас она считается как северная столица, культурная столица России. И вот такое вот. Ну, я имею в виду то, что мы там смотрели, видели. Ну, не знаю, не знаю. Это уже обсуждать не нам. Так, а вот какой-то собор Святой Троицы Живоначальной. Да. Вот так вот. Так, ну, пошли. Тут пошли уже такие более исторические здания. Мы все-таки уже к центральной части, его к исторической части города приближаемся. Так. Сейчас будут несколько таких объектов, которые как бы нужно будет посмотреть. И поэтому я все-таки предлагаю. Проехаться вот здесь вот вокруг. Так, река, но это не Нева. Это может приток есть только какой-то, но это не Нева река. Не река Нева. Это дадут ли посмотреть? Нет, не дают. Ну ладно. В принципе, и не особо прям суть важна. Тут каналы очень много различных каналов. Это да, это такая вот историческая часть города. Так, опять вот это вот все накрыли. Решили закрыть. А давно это все интересно, закрыто-то. Было вот так. В 11-м году. В 17-м году. Это уже все закрыто. Вот. И сейчас вот решили натянуть вот такую вот пленку. Не знаю только зачем это все. Для чего. Зачем это нужно вообще делать? Да, памятники архитектуры, смотрите, сколько лепнины здесь.
Над каждым окном везде что-то. И внутри зданий тоже будет такая же. Блин, конечно, это все красиво. Вот только нужно все-таки понимать, что здание это не вечное, и какая-то реставрация всегда нужна. Всегда нужна реставрация любого объекта. И вечно, какой бы красивый он ни был, вечно он не будет стоять здесь. Да, памятники архитектуры. Очень красиво, очень прям сделано. Давайте тут проедем, посмотрим еще. Ну, вы сами все, в принципе, видите. И кто местный, опять же повторюсь, кто местный, кто-то, может быть, будет писать там, вот это вот так называется, а ты туда не проехал, не показал. Блин, друзья мои, еще раз повторяюсь, ух, вот это, блин, не мог не показать такое. Ну, прям уныло, уныло, конечно, все это смотрится, облезшее. Все это облезло, прям. Не знаю. Вот, друзья мои, еще раз как бы повторяюсь и буду повторяться, что как бы я город-то, как и многие из вас, не знаю. Как бы даже если там и был, это прям совсем-совсем к этому. Это надо, чтобы знать город, это надо тут жить. Это надо тут жить. Даже кто местный, то, я думаю, не свой город не знаю. Хотя он, да, он не маленький город, но я его тоже весь не знаю. Я знаю, как бы, да, что где находится, но опять же, какие-то места, например, я могу, там вообще ни разу не был. Одну секунду, пожалуйста. Так. Так, а где у нас Мариинский театр? А, вон он, там. Давайте-ка, хотелось бы, конечно, посмотреть на него. Вот. Получится ли у меня проехать и доехать до Мариинского театра? Так. Ну вот это, наверное, он. Ага. Ну вот он, да. Вот он, Мариинский театр. Да, тут какой-то ремонт проходит, реставрация. Вот он, Мариинский театр. Знаменитый Мариинский театр. Да. Вот так он выглядит. Вот так. Так, можно еще посмотреть Юсуповский дворец на Мойке. Это мы, конечно, все посмотрим. Это мы посмотрим уже, когда будем смотреть достопримечательности фотографий.
Там мы это все увидим. Вот это что ли? Юсуповский дворец на Мойке. Если это не то, поправьте меня. Может, я ошибаюсь, да? Кругом такие вот домики. Вокруг исторический центр. Да. Так, Исаакиевский собор мы обязательно сейчас посмотрим. Это прям... Это как бы не обсуждается. Это тоже достопримечательность, которую нужно посмотреть. Вот. Ну а более подробно, конечно, мы это все посмотрим уже, когда будем записывать фотографии. Вот он, Исаакиевский собор. Вот он, знаменитый Исаакиевский собор. Своими огромными колоннами. Да, огромными такими дверьми. Вот так вот он выглядит. Исаакиевский собор, знаменитый. Так. Ну, вот, собственно, река Нева. Вот, собственно, река Нева у нас. Ну и, конечно же, сейчас попробуем посмотреть Государственный Эрмитаж. Ну, а дальше уже вот эту часть изучим, а потом уже перейдем на ту часть. Там еще изучать и изучать. Очень-очень много всего. Так. Вот. Давайте вот сюда вот повернем, чтобы нам лучше его увидеть. Вот знаменитая площадь. Как она называется-то правильно? Дворцовая площадь, да. Дворцовая площадь. Знаменитая дворцовая площадь. Так, а как же мы проехали Государственный Эрмитаж-то? Давайте попробуем так вот через площадь. Все-таки вот это, наверное, он и есть. Смотрите, какое здание огромное. Огромное прямо. Государственный Эрмитаж.
Да. Вот это оно и есть. Да, вот это оно и есть. Государственный Эрмитаж. Вот такая. Огромное здание. Ну, на Дворцовой площади. Так, ну что ж, едем дальше. Едем дальше. Спас на крови. Мы еще посмотрим сейчас церковь. А тут много, тут что не здание, то достопримечательность. Вся историческая часть. Так. Пас на крови. Сейчас у нас она будет. Вот она. Так, нет, не вот это, конечно, но это тоже объект очень такой значимый. Вот она, церковь Спаса на крови. Офигеть. Это еще реставрация идет сейчас. Только посмотрите, какой объект. Это же все надо было построить. И как красиво-то. Церковь Спаса на крови. Офигеть. Вообще. У меня слов просто нет. Как это все сделано, построено. Так. Сейчас мы немножко покатаемся по этой части. Вот здесь. И уже, наверное, будем переходить на левобережную часть. Так, а это, по-моему, если я не ошибаюсь. Смотрите, сколько туристов здесь. Вот это тоже он правильно, как он называется-то. Сейчас я посмотрю. Я уже не помню. Казанский кафедральный собор. Да, Казанский кафедральный собор. Смотрите, как сделано. Казанский кафедральный собор. Так, сейчас. Так. Вот так вот все выглядит вокруг. Просто жесть. Аж прям завораживает все это великолепие. Так, ну мы вообще-то нам нужно в другом направлении ехать. Мы немножко не в ту сторону поехали.
Блин. Так, немножко давай еще проедем по нашему историческому центру. Ну, вы видите, как все, как же тут все красиво. Карта опять начинает периодически глючить. Это вполне нормально. Давайте вот сюда съездим, посмотрим. Да, именно вот по этой части Петербурга люди чаще всего и гуляют экскурсии. Ну, туристы. Именно вот в этой части. Так, еще один. Одна. Собор Владимирской иконы Божьей Матери. Да. Вот он. Собор Владимирской иконы Божьей Матери. Именно этот исторический центр. Так. Ну, сами все видите. Бизнес-центр какой-то. Много различных памятников архитектуры, искусства. Так, сейчас, наверное, доедем, повернем. Переедем на другой берег уже. Да, блин. Вот теперь будет он мне... Придется вот так сделать. Вот. Ух ты, сколько народу прямо. Смотрите. Огромное-огромное количество. Так. Сейчас давайте так, и потом повернем. Вон туда. Да, это самый исторический. Самый исторический центр. Блин, опять попадаю я на какой-то дом. И меня куда-то вот не туда кидает. Елки зеленые.
улочки такие узкие и много вот таких вот объектов, которые мы случайно натыкаемся. Ну тут что говорить, тут сами все видите. Тут вы сами все видите. Так, сейчас вот сюда еще повернем. Вот это именно тот город, который показывают туристам исторически. Это не спальные районы, которые мы въезжали изначально. А это именно та часть для туристов. Туристическая часть города. Вот так вот. Так. Ну давайте сейчас вот здесь вот чуть-чуть проедем. Так, тут тоже что-то вот строят. Какая-то стройка идет. Строительство. Так, ну что, докуда будем ехать там? Предлагаю, в принципе, вдоль Невы вот так вот проехать. Да, ну, не до конца. Там уже будет Ленинградская область. Не до конца, конечно. Ну, хотя бы вот до Володарского моста. И уже будем, наверное, завершать. А в следующей серии уже посмотрим остальную часть. Да, огромный, огромный, конечно, огромный город. Все не посмотреть. Далеко не все посмотреть. Есть возможность. Так, это мы куда-то уехали уже в подвал. Так, продолжаем ехать дальше. Сад имени 30-летия октября. Вот он.
Вот это вот часть. Могила блаженной Матроны Босоножки. Где-то вот здесь вот она. Да. Вот. Да, такая вот сегодня у нас получилась опять серия. Опять же, не хватило нам даже этой серии, чтобы посмотреть весь город. Я как бы предупреждал, что все-таки город большой. И это мы при условии того, что не все смотрим, далеко не все. Только малую часть, и все равно нужно достаточно времени на то, чтобы все это посмотреть. Поэтому, так, Володарский мост, вот сейчас мы, наверное, до него и доедем, нам бы его еще не проехать бы, но я надеюсь, не проедем мы его. Так. Так, ну что, где мы есть? Вот он, Володарский мост, подъезжаем мы к нему. Я все-таки предлагаю здесь остановиться. И уже продолжить. И уже продолжить в следующей серии. Вот она, река Нева. Вдоль нее мы едем. Так. Вот он, Володарский мост. Ну, давайте вот так мы сейчас на него, ну, якобы на него заедем. Не знаю, получится ли вообще это у нас. Да, я думаю, получится. Да. Да, спокойненько мы на него заезжаем и уже переезжаем еще на другой берег. Да, переезжаем на другой берег. Ну, вот только не вот так вот, конечно. Так, и, наверное, вот тут будем уже останавливаться. Так, чтобы нам не заблудиться. Вот прямо
перед вот этим вот комплексом мы остановимся и уже продолжим следующей нашей серии. Еще впереди много чего надо посмотреть. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока.